Два вопроса, Иван Станиславович. Как там у нас дела в Комитете государственного контроля? Кратко, потому что отдельно поговорим. Я думаю, за это время вы уже разобрались со структурой там и кадрами познакомились. Ваше впечатление в связи с этим. И второй вопрос. У нас руководитель Комитета государственного контроля всегда отвечал за Витебскую область. Ну и лес у него был. Я думаю, это вам все близко. Поэтому хотелось бы, чтобы вы поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации, ну и были уполномоченным президента по этому региону, по Витебскому. Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочее, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область, по крайней мере, мне многие об этом говорят, разберетесь, но... Я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства Витебской области.